Друзья, всем привет! Наконец-то мне соседка дала свой огород в мое пользование. Теперь у меня появился еще один участок. Как видим, он сильно заброшен. Заброшен он уже как 2 года, наверное, где-то так. Вот такие имеем сухие палочки на нем. Ну и буду его убирать с помощью своего мотоблока и мини-трактора моего кума. Так, друзья, давайте начинать. Ну и как видите, до мотоблока прицеплена борона. Она у меня идет двухрядная, самодельная, сам ее делал. Видео уже вам показывал. Применяю я ее редко. Ну а так в основном после пахоты разровнять, там мусор стянуть. Ну и вот наподобие как вот это вот сушняк такой. И тоже его сейчас буду ломать и стягивать. За один раз, друзья, я думаю, не получится. Сейчас пройду вдоль один раз и потом пройду поперек. Ну а результат чуть дальше вам покажу, что из этого получится. Друзья, ну и как видим, закончил я работу. И вот такой более-менее уже чистый участок у нас получился. Теперь вызываю своего кума на своем мини-тракторе с фрезой. Так как, друзья, не хочется мне бегать с мотоблоком на этом участке. Немножко подустал с чесноком. Пропалу его вручную. Так что кум меня выручил. Этот участок заделает меня сейчас трактором. Ну а я ему за это посажу картошку своей картофелесажалкой. Так, друзья, мы и живем. Выручаем друг друга, помогаем друг другу. Иначе жить нельзя. Так, ну и на данном участке, друзья, думаю посадить, как оно там называется сейчас, экспортсет, да. Сажаю его первый год. Вижу его тоже первый год. Экспортсет, значит, я купил двухукосный для худобы, чтобы давал 2 урожая в год. Оказывается, экспортсет этот идет еще как и сидират для огорода. То есть огород во время растения экспортсета еще и отдыхает, набирается сил. Поэтому, друзья, давайте я вам сейчас покажу посылочку свою. Вот такая пришла посылочка. Здесь я прикупил 10 килограмм на 10 соток примерно огорода. Где-то так там будет. Экспортсет, как я уже говорил, первый раз сажаю. Выписал, никогда раньше не видел его. Ну, хотя слышал, что он полезный для коров. Значит, название его... Там по Украине 3 названия гуляет, но вот именно вот этот вот закавказский идет двухукосный, ну что и нужен для худобы, для крупного рогатого скота, как бы так.
Ну а остальной идет больше для пчел, для опыления, для пыльцы, для меда. Ну, еле нашел и этот закавказский на OLX. Человек продал мне, видать, фермер где-то из склада своего распродавал продукцию. Ну и поэтому, друзья, закупил. И буду пробовать, что из этого получится. Вот смотрите, вот так он выглядит. Интересные, конечно, семена. Ну, буду сажать. Хотел сразу прикупить сажалочку, потом деньги пошли в другое направление. Буду сажать, как всегда, ручной. По чуть-чуть, понемножку засажу. Ну, а там посмотрим сходы. Туда ближе к лету. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем пока.